Интернет-канал Туируша и компания Туиру представляют. Привет, коллега. Привет. О, а давай махнемся колпаками. Ну, давай. Ну, согласен. А у меня глаза почему? Давай сегодня я буду готовить спагетти с соусом болоньезе. Нам понадобятся макароны, фарш говяжий, одна пачка, свежий базилик на украшение, специи, орегано, перец черный, молотый, соль, по возможности морская, лук репчатый, 1-2 штуки, морковь, 1 штука, сельдерей, томатная паста, 2 помидора средних, ну и еще 2. Приготовились! Так, значит, смотри. Как нарезать? Отрезай вот эту часть углом. Раз. Так. Понятно, как я вчера. Режем лук на 3 части равномерных. Раз. А это все? 2. Да, это можешь съесть. Так, теперь нам понадобится вот это мелкое. Клади вот так вот. Давай разложим еще. Так, сюда. Все, хорош. Так, вот режем. Ага. И вот так вот лучше. А, сейчас заплачу. Не давится. Прошел, давай. Второй, подожди. Давай, пошел. У меня самым сложным было это, когда я пытался морковку взять и сдавить вот этой овощи резки, которая вообще не резка. Это было просто испытание. Пытался долбить по ней, она не долбится. Я нашел тут получше. Быстрый нагрев. Короче, знаешь, в Англии бывает то, что в день съедают по 8 миллионов порций спагетти. Представляешь? В семье сразу все готовы. Так, дай мне масло быстренько. Быстрое масло где? Вот это. Давай. Сейчас. Давай масло. Осторожненько очень. Медленно очень наливай. По всему? Стоп, хорош. О. Хорош. А, стой, вот еще надо положить сюда. Поставим поменьше, 80. Нам понадобится 2 плиты, но вообще можно было использовать и 3. Смотри, видишь, то, что лук золотым становится. Знаешь, как появился спагетти болоньезе? Американцы переехали со Второй мировой войны из Италии. Им очень понравился соус болоньезе. Они сказали, то, что мы хотим показать вам, как делать соус болоньезе. Они начали готовить, но у них не было вот этих тельетели. Это маленькие тоже такие... Ты знал то, что лазанья, она создает тоже из макарон. Вот эти пластины, это макароны. Да, я знаю. Тельетели – это маленькие такие пластинки. Да. Маленькие. То есть то самое, только маленькое. Стоять! Чуть не подгорело. Так, дай мне большую эту сковородку, поставь туда. Вот эту бомбину? Да, вон туда поставь. Разогреваться. Быстрый нагрев. Поменьше. Выкладываем фарш. А, кстати, мы с тобой забыли порезать сельдерей. А что делать с фаршем? Фарш перемешивай тоже. Возьми такую же штуку, вот такую же. Ага. Так, доски. Я понял. Смотри, делай вот так вот, отделяй. Я понял, как я обожаю делать. Масло чуть-чуть. Я люблю, я тебя люблю, конечно. Я тебя буду дробить. Это больше похоже на еду для чужого. Смотри, и отделяем... волокна из сельдерея. Раз, 2. Мне очень понравилось, как мы жарили морковку, лук и сельдерей. Ну, я вообще готовила очень много раз. Почему-то сейчас сложнее было. Значит, у нас много фарша. Его надо быстро причем передробить. Еще надо масло добавить. Масло быстро испарилось. Так, добавили. Если уже все волокна вышли, делаю так же с другим. Вообще, если честно, я не очень люблю сельдерей. Но когда мама мне сказала, то, что болоньезе вообще готовится с сельдереем, я пробую, и мне очень понравилось. Ты ненавидел сельдерей, а теперь любишь из-за того, что понял... Нет, то, я что... не люблю, я просто люблю готовить сельдерей вот с болоньезе. А на самом деле я его вообще не люблю. Скажи, это готово? Нет, еще чуть-чуть. Чего-то репы нынче не уродилось. Вкуснятина. Вкусная? Выглядит. Это только начало. Так, смотри, показываю так же. Это
Так, смотри, я сейчас беру. Нам понадобится вот 5 овощей резко, потому что мы сейчас будем делать... Укся, кажется, сельдерей. Да? Да ничего, надо вот так вот нам. Нам надо вот так вот. Да, вот, молодец. Высыпай все это и обжаривай на 1000. Я сейчас буду обдавать кипятком помидоры, но прежде чем буду это делать, я надрежу помидор. Так, обжариваем. Блин, большие сельдерей, ладно, ничего. Съем. Так, теперь побольше делаем. Хоп. Хоп. Я с двух сторон отрежу и не одинаково. Знаешь почему? Чтобы снять шкурку. Если бы у меня был бы ресторан, я бы назвал его «Свежесть лета». Потому что летом всегда свежо. Даже мясо, можно сказать, какое-то странное и более вкусное, свежее. О, скажи, готово? Да, хорош пока. Смотри, я обдаю все помидоры, чтобы шкурка одновременно с них слезла. Теперь мне понадобится вот такая штучка, чтобы сюда складывать очистки. Вот, видишь, шкурка. Давай, бери тоже помидор, помоги мне. Возьми помидоры, тоже почисти. Знаешь, для чего помидоры? Это для того, чтобы, типа, можно сказать, домашнюю пасту сделать. Давай, неси блендер. О! Так, клади все помидоры и вот так вот закрываем. Не бойся, не бойся. Так, я пока почищу чеснок. Закладываем туда раз чеснок. 4 сделаем, чтобы вкуснее было, сытнее. Это, можно сказать, пюре какое-то. Так, теперь добавляем. Кладем, выкладываем. Это томатная паста. Берем и выкладываем. Видишь, как пюре похоже? Берем, включаем. Так, на 1300. Да, мешай. Сейчас добавим вот это, еще добавляем. Что-то мне напоминает. Давай, я помогу. Давай, дай я. Главный мой это вот так вот делать. И я просто у бабушки мешал картошку. Вот так вот. Хоп, хоп. Знаешь, к середине все складываешь. От середины отводишь. Так, ставим вариться макароны. Это и есть как раз соус болоньезе. А ты знаешь, тут сок выделяется. Да, но это как раз и жир, и сок из помидоров. Где у нас крышка? Вставляем томиться. Так, включаем, открываем. О, даже можно и без ножниц было открыть. Нам нужно с тобой на двоих вот столько. Так, давай пока их положим на тарелку. Например, вот сюда. Ты знаешь, я в детстве любила, ты знаешь, что делать? Че? Брать макароны. И просто грызть, да, я тоже. А, ты кстати, хочешь? Мы забыли добавить соль морскую. Хоп, хоп. Орегано мы сыпем очень-очень медленно и очень-очень аккуратно, потому что орегано не так много, но и не так мало. Так вот, все, хорош. Хоп, ромашкой. Ты больше любишь остроты или меньше? Да съел корицу. Всем кажется, то, что она острая на вкус, но мне она сладкая. Черный перец. О, чуть-чуть, да, очень-очень чуть-чуть. Значит... О, все. На такую большую порцию это и правда чуть-чуть называется. Все это будет прекрасно. Их надо помешивать, что они слепнутся, и потом будет невкусно все. Когда макароны мы готовили, у меня вот попало воды, но не горячо было. Неприятно немного. Попробуй. Подуй. Попробуй, не бойся. Подуй и попробуй. Ну как тебе? Ну как? Хороший. Так, макароны почти сварились. Ставь дуршлаг. Сливаем осторожно. Так, берем воду, включаем. Дай. Так, давай вот сюда поставим дуршлаг. А зину плиту. Ага, молодец. Так вот, берем макароны. Мне кажется, это сарказм вот сказал кому-то. Ага, молодец. Я вообще никому так не говорил. А, я тебе сказал. Покладывай. Осторожно, давай. Еще. Все хорошо. Теперь на ту давай. Еще, давай. Все хорошо. Ну все, пробуй. Перемешай лучше эти. Тут раз я пробовал. Давай я теперь.
Вот мясо, оно придает свой как бы хороший вкус. Ну, очень вкусно. Согласен? Знаешь, вот когда сам готовишь, почему-то вкуснее. Угу. Заходите на наш канал Той Руша. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. И подписывайтесь. Мы знаем, чего хотят дети.